Водичка! Смотри, какие! Опа! Вода шикарная! Тёплая! Ай, класс! И где море стоит? Не будем в море мы! Страшно? Мои грибочки сидят в грибочке, в воде, пугаются, но Даниэль ещё ничего, Кристиан прям пока ни в какую. И вот мы в Москве купили им такой мини-бассейн. И мы сидим на берегу, дышим воздухом и играем. Давай пузяо поправлю, пузяо твое поправлю, давай. Вот так. Класс. И мама будет ножки мочить. Я решила, что в этот раз у нас никаких бассейнов не будет. Я очень хочу, чтобы пупсы провели максимальное количество времени на море, дышали морским воздухом. В воде они находиться сейчас еще боятся, но у нас есть вот такой вот замечательный бассейн, где с Кристиной. Вот. Мы набираем морскую воду, и все равно они находятся в морской воде. Потому что бассейн, в любом случае, вода там с хлоркой. Мне кажется, что таким как бы удовольствием можно и в Москве насладиться. Короче, ребят, знаете, что я вам скажу? Это первый мой турецкий отдых без дискотек, без вечерних каких-то программ. 10 вечера, и у нас отбой, потому что малыши в 9:30 должны спать, соответственно, малыши спят, и мама гулять не может. Вот так.